Всем ураган, с вами привет, и сегодня мы отправляемся в мир Codenames. Все ссылки на ребят будут в описании, ну а перед началом ролика не забывайте залетать вниз, там есть ссылочки на телеграм-канал, дискорд, где вы можете собраться и поболтать. Я не буду задерживаться, погнали к ролику. Долбоб, я смотрю синих, загадываю себе. Я ж красный. Да я, блядь, реально уже синих столько ассоциаций придумал, а забыл, что я красный, блин. Заново думать. Так сейчас верно, мэдконтри начинает. Ну я понимаю. Да, да, да. Блин. Хорош, хорош. Где у нас? Вот а что ты не написал? Утварь! Умник, баный. Алло, Джонни, у тебя IQ 20. Утварь, давай растение. Давай, давай, картошка, растение, баный. Тихо, 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 у вас время, у вас время. А где? Глич, ты видишь посуду вторую? Мне кроме кажется, кружки. Да, это я вот. А, да. Назад не могу назвать. И вот это. Алло, Джонни, загугли очаг. Давай растение. Загугли очаг. Я сейчас из земли тебя вырою, блядь, нахуй. Растение ебаное, блядь. Давай, Знат. А, ой, это думал, очень... блин, вот догадаетесь вы или нет? Вот огород один, блядь, и петуха его. Ну ты можешь, конечно. Ну, блин, я вот не знаю. Это петуху с сахаром срёт. По идее, должны. Аквапар. Ну смотри, видишь этот башню? Да, вижу. И сейчас говорит, нет, блин. Подожди. Давай и лодки, рассмотрим. Видишь? Лодки вот еще. Да нет, это вон, морской окунек. Ну, вода тоже подходит, может быть. Мало ли, мало ли. Не, ну именно он же не сказал вода. Вода. Ну давай. Он сказал аквапарк. Давай, давай, давай. Сейчас еще раз. Все, давай. И черная сейчас. Молодцы! Справились с моим, так. Энтерн, энтерн. Давай, 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 быстрее что-то. Платье 2. Женщина и фея. Ну вот, видишь у нее типа тоже платье такое? Попу. Ай! Вон у курицы платье, не видишь? Стоп, а у гриба разве платье-то шорты какие-то? Нормально. Если бы я носил такие шорты, покажу вражки, меня бы отпиздили, блядь. Поэтому ты съебался оттуда. Поэтому я бы в шортах съебался. Прям в самолете нахуй. Ну, в теории вы тут никак, мне кажется, не ошибетесь. Это вы точно не загадаете. Блядь, ты давай вообще ничего не загадывай так. Тайм ход, блядь, давай так. Растение. Растение. Так, картошка есть? Чё, я заговорил про растение, ну-ка. Смотри, смотри, есть наковальня, видишь, там типа растет на наковальне? Да, ну давай дерево самое банальное. Ну, не, давай, ну хотят, да, подожди. Просто там есть цветок на танке. Так, и... То есть где? Цветок на танке. Тут теперь думаю, а может, ну, гриб вряд ли. Ну смотри, более банальная клубника. На бочке, блядь. Где? Да, шучу, шучу. Короче, ну смотри, самое более очевидное это цветочек, да. Да. Что мы? Я тупой, что-то. Ну про наковальню имел в виду, понял, Вася? Тихо, 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 тихо. Ну это не должен был знать говорить об этом. Он съебался. У нас платье осталось, это гриб. В юбке это ебаном, и с картошкой, блядь, съебался на самолет. Даже если он наковальню имел в виду, он должен быть заново загадывать. Потому что у нас нету на это. Ну, мне кажется, честнее, чем вам про наковальню. Чисто наковальня один. Не, он... Мы не будем на нее кликать. Не надо сейчас. Надо. Чего говоришь, не будем, не будем, оба давай. Тихо, тихо, тихо. Тату, ураган. Сладкая 2. Сахарочек под курицей, во-первых. И мороженка вот это. Подожди, нет, давай с курицы начнем. Давай, сейчас это не она. И теперь платье вот это конченое. И мороженка. Блядь. Пожалуйста, сверху вниз. Идите, пожалуйста. Сверху вниз. Тихо. Да, вы меня сейчас отвлекаете. Так, смотри, сразу мы можем вычеркнуть эту клубнику ебаную, потому что это их 100%. Ихняя. Бля, ну зачем ты им подсказываешь? Да не, я и так понял. Сами кликнули туда, блядь. Мало ли, брат, затупили бы друг. Так, ну здесь, я думаю, вы точно не ошибетесь, вы же не тормоза. Наковальня один. Напоследок оставь наковальню знак. Римляне. Так, смотри, ну, скорее всего, он имел в виду рыцаря и этот, троянский конь. Да. Троянский жираф, блядь. Хорошо. Магютим. Давай сразу три мэдконтри, по приколу. И чё, и наковальню ебашим? Антёрн, антёрн, давай. Сразу три мэдконтри, потому что клубничка сладкая. Сейчас последний ход будет.
А я сразу два уже, я уже загадал два. Почему у вас последний ход? У вас два хода. Нет. Вам наговорить? Ну, он одним уже два. Он сказал, он два мадрена. Я придумал. Давай, Мэтт Кантри, сразу три. Мы поняли то, что клубничка это сладкая два. Пиздец, и серый, и черный просто подставляют. Надо придумать, я бы уже сказал. Похер, у нас все равно проигрышный вариант, так что давай. Не-не-не-не. Да давай сразу три, повезет. 23 секунды, тихо, дайте. Да 4 сразу. Бля, это вообще невозможно связать. Да нормально, связываю. Я либо даю сейчас вам один плюс клубника. Нет. Либо никак. Все, давай, нахуй. Блять, я не могу написать. Я не могу написать. Космос. Ну, я не могу написать. А чё у нас? Чё время у вас чё? Кредит, кредит пошел. А, космос. Обезьяна? Я не могу написать, я не могу. Сейчас это не обезьяна. И клубничка. Ладно, мы проебали. Да. Да подожди, сейчас я черную опять выберу, Энтер, нажми дату. Листом, блин, а я так, наверное, не стану делать. Есть подозрение, если смотри. Он, скорее всего, хотел сказать металл 2, и под металл подходит сейф. И, скорее всего, сейф опасная штука. Может быть, и мусорка опасная штука. Да что ты некаешь, тихо, блядь. Да я не, я с собой разговариваю, в голове все мысли разматриваю и это. Нам металл еще, Джонни, сверху капкан подходит, как бы. Два придумал, знал, блядь. Забыл. Свяжи их просто, и все. Ну, вот так. Подрастающие. Смотри. Это ребенок? Это ребенок. Давай начнем с наковальни. Я не ребенок. Подрастает же корень. Наковальню выбирай. Давай честнее с ребенком. Ну честнее с ребенком будет. Честнее с ребенком. Мы же типа проговорился, правда? А это нормально, что у меня нихуя не отображается? Не то слово, которое вы выбрали, не ваши выборы. Ну, все. Я могу обновить страницу, ничего не будет. А у нас что оставалось? Сейф, который, блядь, они хотели. Аси, прикинь, я такой римлянин. Вот, смотри, камень, волыну. Катя, блядь, наверное, римлянин. Не, глич и ураган, у нас остался сейф. И кровать, да. Ну, погнали, значит, как это, блядь, нет, если я, короче, скажу то, что это какие-то истории, они выберут вот эту египетскую хуйню. Мне надо списать синий. Я сейчас придумал в голове и сам проебал уже. Я могу тыкнуть в крапинку, это минус два вот эти. Не скажу. А нам интересно. Бля, есть одна идея. А очаг вот, огонь, видите, костер, да, очаг? Очаг это то, что горит, по словарю Джонни. Вот видишь, костер вот очаг, да, и слева очаг, блядь, два очага, блядь. Блядь, мне вот эта вот штука очень жестко руинит. Она максимально руинит мне сейчас. Очаг. Ну, очаг. Оно максимально прям руинит. Короче, вот это я связал. Я сейчас все, что придумаю, вы везде объебаться можете. Вот прикинь, у меня вот то же самое. У меня есть одно, что вообще спокойно откинет три, но да. Но случайно заденет то, да, я понял. Да. Но это на потом очаг. Можешь оставлять ураган. Они когда свои ходы сделают, они их выбьют, потом ты нам оставишь на потом. Вулкан очаг. Так. Все, что горит, давай теперь очаг, думать. Записывай просто, вот что это два я связал. Я оставляю это на потом. Вот этих двух я не трогаю до тавого. И вот божья коровка, короче, тоже это, растение, блядь. Она же растет, блядь, с детства. Значит, растение. Короче, давайте рискну. Поехали так. Я попробую. Начнем вот так сначала. Хотя, стоп. Очень внимательно смотрите. Прям пизда, как подожди. Внимательно. Хорошо, давай. Я вот эти два могу связать как хват. Эй, давай не хват. Короче, не просто так, я именно вот так склонил. Не просто так я склонил так. Далматинец. Хватит. Самурай по-любому, базар. Первое. Блять! Стоп! Эй, блядь! Я, короче, не-не, стоп. Одна хуйня просто, одна хуйня. Я цвета перепутал. Я просто привык. Блядь. Тогда перезапускай. Не, смотри, есть один варик. Просто местами. Как я прям. Как я прям, слышишь? Просто местами. Да давай за шафри лучше уж. Да. Блядь. Я ебал. Я думал слева. Так я также загадывал. Блядь, ебанат. Короче. Ладно, если бы все равно проебали, я бы, знаете, что сказал? Я бы сказал, культура 3, нахуй. Выбрали бы самурая. Да. Ебаный вот это вот. Египетского, тут он хамуна, блядь. А это черная, это черная. Да иди нахуй, ты шафель, ребан. Так, я синий. Что у меня синий есть? Не туда посмотрел. Так я так же говорю тебе. Хорошо, что я, блядь, посмотрел перед тем, как начали играть. Музыка 2.
Это значит, этот в дудилочку свою дудит прекрасным образом. У вот этого гитарка, что еще здесь с музыкой связанное есть? Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Здесь больше ничего с музыкой не связано. Значит, теперь... А мы ураган по рандому, да, должны тыкать просто? Чё? Может еще написать просто по рандому тыкать, да? Вот контур у тебя красный цвет. Да он думает. А он дальтоник, блядь, просто спасибо, что помог. Так тут все серое. Море. Я даже не вот это два моря. Музыка. Последний снизу. И сверху очаг, блядь. Ты больше ржешь, сейчас проебешь, нахуй. Я не могу сконцентрироваться и придумать вам ассоциацию, подождите. Давай, давай. Думай, Федя, думай. А блять, они вот это как море могут пикнуть. Я сейчас тебя сожгу нахуй прям тут, блядь. А, нет, я могу не море написать, я могу написать морская, типа морская волна и морская рыба. Нет, ну для начала я точно пикаю музыку. Ой, бля. Вон растение стоит в очках, блядь. Мега сложные стикеры. Орех из Plants vs. Zombies, блядь. А ты бы это охарактеризовал? Выебон один, блядь. Крутой такой стоит. Вон Mad Country справа, кстати, эти шарики какие сосиски хавает. Крыса. Я так не понял, в чем рофл, алё. Выебон 51. Бля, в другую игру играешь с нами, бля. Наконец-то, бля. Водоходно. Водоходно. Очень сложно. Нихрена себе. Если они сейчас пикнут вот этот блядский корабль, это будет имба. Кит. Видишь сверху? И, маму, и транспорт вот тот внизу, видишь, который. Но он да, водоходы понял, Титаник, точно. Титаник, да. Он давай, давай, давай. Это ничего. Вообще имба будет. Да. Блять, красавцы. Если это не водоходное, то у него лучше, красавцы. Блять, ты тупой. Низ, просил, сверху. Давай. Низ, я просил вас, блять. Да вы чё? Смотри, музыка это получается вон шкатулочка, да? Ася из над, пожалуйста, сверху вниз. Так, и дальше музыка у нас. Сейчас давай, да. Лучше. Все, теперь морское и они мне убрали, теперь я пишу. Ну ладно, водоходное, ладно, мы выйдем. Смотри, это дельфин и баба, которая... Тихо, проститутка, потом, которая останавливает. Ствол, блядь, поставил. Она просто, блядь, корабль ловит, в смысле, проститутка. Смотрите, по факту я могу... Мэтт Кантер следующая. Да, это уже... Мы уже водоходные отгадали. Прошу сверху. Хорошо, хорошо. Подожди. Помните предыдущую ассоциацию, буду придумать новую. Да, да, да. Ну, рыба же не водоходная, но он как кролик катается по кругляшку. Кролик! Хомячок. Рыба же кролик. Кролик же, да? Не хомяк, блядь, не мышка, но кролик, блядь, в колесе, блядь. Окей, не, смотрите. Вот этот прикол я сделаю как специально, как выебон один. Труд. Ну давай водоход сначала начнем. Вот это вот карась. Карась, бля, это кит! Ебать, ты и в Фортнайте таких же ловишь заново. Так, следующее труд, видишь, вот этот. Лего, лего, лего. А вот то, что мужик катит, колесо. Лего, давай. Лего. Лего. Труд же. Ну и колесо крутить, труд тоже. Давай. А другого труда нету? Рыбка же. А смотри, рыбку из без труда, ну, слушай, не выкинешь из пруда из вот этого хуя. Да не, да. Бля, не, 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 не надо вот это. Не настолько сложно. Не надо вот это. Мне кажется, по труд может быть отнести и. Не, ну бабу-то будем, которая останавливает. Видишь, бабочка, видишь, бабочка, вот эта хуйня. Бабочка. Ночная бабочка. Сверху видишь, вот это, где формочка, типа, может быть, к труду можно отнести. Нет, ну тут, знаешь, что может минусом быть? Не может быть три подряд красных, понимаешь? Вряд ли такое может быть. Может быть, эти так да? Ну, давай, давай бабу, которая останавливает корабль, это животное. Вот, и труд один остался. Так, выбираем между человеком, который катит хуй, ой, шар, и этот, и сверху вот эта бабочка. Ну, я думаю, шар, хотя тоже три вниз там получается. Ну, давай, так это... Карл Бранш сейчас проснулся. Ну, трудно же, да, верно? Трудно. Ну, кстати, ну труднее же шар катить, чем катать. Давай, 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 давай. Да! И? Просто, блядь, поначалу проебались, блядь, я знаю, я мягкое переступаю. Сверху вниз, держите в голове всегда, сверху вниз, ассоциации и так далее. Давай, ураган. Бля, просто реально не знаю, как это написать, но пофиг. Морская 2. Морская черепашка по имени Наташка.
Ну смотри, морская это может быть рыба и... Да, этот, давай, кровать. Волна. Да, единство, наверное, что ебать, морская. Он гений, он реально гений, а? Сука. Нет, смотрим. Давай сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз, начнем с рыбки. Давай, блядь, они просто гении. Так, и это просто заиньки. Вы забейте, вы гемини, бля. Мы в центре сразу. Три, давай. Куда мне это растение, блядь? Пять, давай пять. Пиши красные пять. Не, пять, три, давай сразу. Интерн дату. Победа пять. Так, так, это, блядь. Самолёта, победа пять. Сейчас, смотрите на вебку. Так показывай. Блядь, я вообще не знаю, что делать. Короче, есть одно слово, которое опишет два... Всё. Мне откуда-то совет нужен. Я бы мог вставить 3, но вы сразу проебетесь, и минус будет раунд. Поэтому... Тогда не надо. Не проебемся. Да. Это подсказка, нахуй. Не проебемся, давай. Язык за зубами, блядь. Ты серьезно, Ася? Давай, тобой... рискнем, похуй. Ну, рискует. Кто рискует, давай, тот нет, проебывает. Не, давай без риска. Давай, как сам, короче, похуй. Ну, бз, это вот это, понятно. Пчела, понятное дело. А бз номер два? Ну, это может быть и с электричеством связано. Может быть, он настолько, бля, ёбнулся, что вместо насекомых он решил нахуй бабочку. Вот я тоже думаю, мышеловка. Если я сделаю мышеловку, то это будет и мышь. У нас не может быть квадрат бабочки. И вот эта штука. Ну, правильно ли это будет? Это же, блядь, мэткан-то, ебашь. Мне кажется, бз это вот этот корабль, который тёкнулся об столб, и у него бз началось. Как вы думаете, нормально ли будет, если я вот эти два свяжу, как мышеловка? На колыбельный этот бз. Ракету, что ли, между корабли? А чё, когда тюкаешь, у тебя над головой бз начинается, вот такие же звёздочки загораются. Он в космосе летает, знат. Не, ну, знат, конечно, прикольная идея, да, но может быть это... Ну ладно, нормально, тогда мышеловка. Электричество? Торт. Давай торт. Хорошая связь. Мне кажется, они случайно угадали, блядь. Не, у меня это в голове было до... Тюрн, Ася. Мы всем помогаем сейчас, блядь. Я не смотрел. Так он говорит, блядь. Бля, если я что-то нарушу, сори. Ну просто я по-другому, но не могу это описать. Тут я реально просто никак по-другому это описать все не могу. Короче, крыса? Подожди. А почему капкан? Давай капкан. Опа! Вот. Ну, всё. Сверху вниз. Ну давай, хорошо, да. Капкан самый очевидный, давай. И крыса. Это вообще имба. Крысу, да. Подожди, кто здесь? Да, но, наверное, самый очевидный, да, это логично, наверное. Найс. Бля, сори, я не знаю, как это описать по-другому. Ловушка. Типа то, что ты типа имел в виду мышь. Мышь, да, вот типа мышь. Вот я хотел сначала точки написать, но потом это еще палевнее было. Это то же самое, то, что вот так вот. Почему белый только один угадали? Что это такое? Туризм не подойдет. И труды тоже не подойдет. Смотри, Мэтт Кантри, если у тебя картошка. Нет, по факту, горы, смотри, окей, если не туризм, это больше отдых. Сказать, отдых солнце. В горах и отдых, типа он, блядь, вот так вот в очках. Ну, смотри, загорает картошка на солнце, что загорают горы на солнце. Но под отдых, вот эта вот штука может попасть. Вот это вот прям дикая штука под отдых может попасть. Самолет может под отдых попасть. Давай, бля, ну ты не тупи. Нормально. 10 секунд. 9. 8. Чем сейчас торт. Смотри, взорвется. Главное, чтобы это не связано было с черным. Давай 3, это очень сложно. Плоскость 2. А че у него под плоскость? Плоскость, бать. Даже плоскость. Ну, флаг точно плоский. Тихо. Смотри, как плоскость можно отнести. Видишь, цирк стоит на плоскости, по факту. Как раз цирк я хотел исключить. Вот, плоскость. Знаю, корабль, который он кидает, первый дядька, не плоский разве? Плоская бумага, которая у него в руках. А, нихуя себе, а тогда можно и бабочку эту плоскую. Не, ну более очевидно, мне кажется, флаг. Надо сейчас от них отталкиваться. Флаг. Или вот то, что мы... Если они сейчас проебутся, то я лучше аккуратно все сделаю. Плоскую эту херню. Да тут все плоско, по сути. Да, тут вокальный мем. Я думал, хотя бы он 3 свяжет, чтобы настолько сложно было. Ну давай этот, флаг. Все, я тогда аккуратнее. Unreal. Да. Хотя стоп, они могут добить потом. Аккуратнее. Ну вот ты понимаешь, что мне очень сложно эти... Я могу связать, но вы не дойдете, мне кажется, до этого. Что, мне вам 2 загадывать? Ну, давай по одному. Да, попробуем. Рискнем по одному. Неплохо. Enter.
Попробуй третью, которую ты не мог связать, свяжи с, этим, с этими плоскостями как-нибудь. С костями. Третью, которую не мог связать с этими плоскостями. Не знаю, попробуй. Хз, как сам, короче. Тут нам точно, вот сейчас, если мы не угадываем, мы проебываем точно. Нет, смотрите, он поэтому это по факту никак не свяжет. Потому что как он свяжет остановку, вот этот прикол и вот этот прикол? Никак. Я типа пишу, я не могу связать три. Это слишком, это вообще Unreal. Ну давай. Unreal, и сейчас можешь попасть на белое. Ну корабль это же... Внизу давай пончик, бумагу, пончик. Все, ГГ, они на пончик сейчас. Я скажу, да. Пончик давай, летающих, 100%, правильно? Муть, мэдкантры мутится. На всю игру, да. Летающие, смотри, ракеты. Давай, по факту, давай, тут, смотри, три. Да не, я это просто как треугольник напишу, и что вот этот самолет, что бумажный самолет. Что выбираем? Мэдкантры, выруби водку. Какая ракетка? Ты не смотри на нее. Ракета, которая, как этот, понял? Давай выберем бумажную вот эту. Слева сверху. Да тут нереально ничего угадать. Блять, именно на нее попали. Только, пожалуйста, без очага, ураган. Точно? Если скажешь растение один, блядь, я пойму, что это толстый. Очаг писать? Ну, мы понимаем, снег один, ага. Ну, все это, понятное дело, что это, блядь, япончик. Найс.